пока нельзя. А что? Расскажи про мопед. Вот ты откатал уже, наверное, моточасов, наверное, 5. Свои ощущения. Как оно вообще? Ну, как тебе? Ну, что можешь сказать? У тебя же первый этот питбайк. Для первого-то хватит. Для первого нормально? А как думаешь, он в эту гору войдет? Вот в эту гору. Если ты его занесешь, то войдет. Вот в эту гору он войдет. Заедешь, думаю? Я хуй знает. Нет, с наката, может быть, он заедет. С наката. С наката. Блядь, лучше так не надо. А вот так поближе. Не, лучше к питбайку. Бля, заебал. Да не надо, там ни одной царапины на нем нет. Это, ну, про чё? Про поршневую мою расскажи, блядь. Расскажи про поршневую. Ты же поршневую на нем менял. Расскажи, как ты провернул это дело. Заказал цилиндр, блядь. Угу. Привезли. Привида. Три вида цилиндров? Ему привезли. Подбирай, блядь, да? Вообще, в итоге один из трех не подошел. Привезли еще раз. Ни один вообще из трех не подошел. Из трех цилиндров ни один не подошел. Привезли еще. Подошел. Ладно. Начал одевать, не лезть на шпильки, блядь. Он настоящий механик, он цилиндр заколачивал молотком. Вот здесь вот притянул. Что-то я не вижу ничего. А нахуй. Приклеилась. А, это холодная сварка? Ну да, что-то такое, дорогая. Блин, такое ощущение, что это грязь просто. Нет, вот она пошла. Вот так пальцы потрогаешь.
Ну а, и чё, ты, короче, поставил новый цилиндр, и ты сейчас... ты рад вообще? 2 миллиметра разница была. На шпильках не лезла. Взял сверло восьмерку по повертам. Так. И одел. Ну, а из-за... Без направляющих втулок. А из-за чего вообще менял цилиндр-то? Масло ел. Масло а ел? А без масла поездил? Сожрал. Нет, вообще масло. Ел масло просто. А-а-а. Дымил, наверное. Дымит, глаза жгет, блядь. У тебя это, по-моему, цепь надо натянуть, Сань. Ее уже, наверное, на одну. Смотри-ка, и... это что такое? Она просто лежит. Ну а вообще, вот как тебе, ну, нравится, как он подрывает, там, ну, он мощный или. Хватит. Для первого вообще. У меня у самого был примерно такой. У тебя первый. Каев, да, был? Да, только, наверное, 145-й какой-то или. 140-й. А, 140-й, да, вот. Ага. Блин, ну я в нем лучше не чаял, я его там подшаманил маленько по-своему. Его даже там зажигание по-своему поставил, его, ну, был выхлопы. Газуешь, когда отпускаешь, он переливает и выхлоп прямо из глушака. Бой-бой! Как у этих спортивных. Ну, по лесу вообще тоже флейту снимал. Ты что-то оттуда что вытаскивал из флейты? Нет. А? Лучше будет? Конечно, ему легче будет. Он. Так, я же семиглушитель, блядь. Нет, я вообще без глушителя ездил, тоже время было. Нет, я просто отсюда всю флейту вот эту всю вытащил, как бы оставил банку. Он, ну, легче, короче, конечно, легче ездит. А сколько вообще лошадей-то здесь? 300, блядь. 300? Да я, хуй знает, сколько, мне 12, кажется, ну нет. 11,7, что ли? Ну вот, что-то, да, 12,1. Тормоза-то работают? На юз? Такое педалище. Че все на мой-то хотят? Что хороший аппарат для начала. За первых разов прям. А почем ты его взял, Сань? Да, вопрос. 45 с дорогой. 45? С дорогой. А он какого откуда? Года? 19-й. Ничего себе. Ну ты нормально урвал его, да? Да нормально. Откуда? Надо было сцепление подтравить немного. Маленечко в конце. Ну, без газа. Давай. А вот он упал, наверное, из-за этого и не заводится. Давай я делаю. Вот, давай. Что, на асфальте подрывает? Серега. Стас. Это что, у тебя самодельный повербомпа? Нет. Заводской такой? Да. Не, он просто обклеивает. А, это же ГР1, это БСЕ. Ой, подожди, ГР1. А, это ГР. ГР1. Ну все, понял, понял. 100 тысяч он стоит, да, примерно? Ну да. Ну. А двигатель 166 здесь? Заебись. Знаешь, что я понял? По-моему, сцепление надо подтянуть. Ну что-то да, что-то я, ну, выжимаю, в один момент срабатывает, а в другой бывает. Ты, короче, это. Ты всегда так на тормозах ебашь резко? Чего? Я немножко перенес. Не, я не так, но мне неудобно. Я тут. У меня же этот там. Когда я резко хочу тормознуть, сцепление выжимаю, я оттормаживаюсь потом. Короче, надо подтянуть немного. О, блядь. А что так вообще скажешь-то? Ну, бля,
если честно, как так? Нет, еще, да? Еще, да. Вот. Че, если честно? О, ну такой, бля, диванный. Диванный. Бля, здорово. Входит в том году? Обновился, да? 18-го года ГР-1. Пиздец. ГР аж двухтактный? Какие? ГР-7, ГР-8. Да. Короче, диванный, я, блядь, про двигатель спрашиваю. Бля, ну конечно, двигатель вообще прям только дал, он прям. Вот. Понятно, что. Ну не за. Нет, ты амортизатор-то можешь зажать. Я только сегодня его чуть-чуть подзажал, я могу его еще зажать. Мягко. Очень мягко. Мягко. Вроде скорость такая хорошая, просто в нее. Да. Так а я потом... зажал. А как он ездил вообще до этого? Ну, разница колоссальная, конечно, что этот, что тот прям. Ну вот сейчас. Ты объясни, как заводить-то. Так у него стартер. У тебя стартер, да? Ключ повернул. А, со сцеплением? Со сцеплением. Мягко как работает. Да. Ну, вроде как будто это, газует даже, да? Ну, типа ехать должен. Хотел 4Т. Покатайся, да? Да. Блин, ну вот в этом исполнении мне ничего мне вот не понравилось. Мягко то, что? Либо вот какое-то расстояние вот это вот, ну, маленькое. Как будто вот, ну. Надо привыкать. Ты после своего сел, понятное дело. Что ты хотел-то? Что ты как на свой сядешь? Отзывается, конечно. Отзывается нормально. Третье, четвертое, на эпоху газом. Да. Нету. Газу надо давать нормально. Нейтралку найди сначала. Нашел? Ну чё, Стас? Где эта дверь, блядь? После ГР-1. Ты... Ну ты в шоке, да? Да. Сколько здесь? 26 или сколько лошадей? 50. Ну 31 ты мне обхватил, блядь. Пиздец. Сейчас спросим мнение этого. Владельца Кавасаки. Вон, видишь, на нейтралке есть, чтобы не ебался. Он даже не газует на нем. Сюда подъезжай. Бля, ты тормоза вообще. Чего? Да. Чё тормоза? Тормоза вообще. Да, задних нету вообще. Нету? Я, блядь, еду, куда нахуй тормозить, блядь, как, сука? Я взял колодки, а выжима что-то нет, не знаю, что такое. Так тебе прокачать их надо. Я качал. Где ты знаешь, что это? Я охуел. А, понял, блядь. Ты из-за этого не газуешь, из-за того, что... Короче, по сравнению с твоим, вообще не едет. Ну, я просто после того... Бля, хуже, я не знаю, что. А какая звезда стоит? Так это 166-й мотор, что-то да. Хотел. Бля, потому что, ну, может на скорость, а максималка чего, сколько ехал? Например, 80-100. У него, наверное, спидометр может не работать. Я не знаю, сотку-то, наверное, едет. Ну вот, звезда на скорость стоит, бля.
бешеного подрыва нет такого, бля. И вот, ну, тяга может еще будет какая-то, если вот где-то куда-то заползти, залезть, может быть. Но, бля, после того, тот вообще я хуй знаю. Че, ты в гору не поедешь? Какую? В эту? На нем? Да. На нем? Да. Нет, наверное. Ну, бля, я хуй знаю, там такая скорость нужна, бля. Не, ну, а это, че, вообще не едешь, что ли? Или на первый-то можно газу дать? Нельзя даже на первый, блядь. Бля, такой жесткий момент, имён. Ну ты, блин. А я тяжелый, ну. Слушай, ну тебе это, Априлия не понравилось? Может, тебе ГР-1? С Априлией сравнивать? И колесо, по-моему, переднее. Бля, ну тормоза передние, бля, колом, бля. Моменты просто чутка даешь. Все? 250. Берешь?